Рядовой Бурдуков. Присутствует. Отставить. Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает я. Рядовой Бурдуков. Йо! Рядовой Волынец. Я! Вы делаете шаг вперед, не стесняйтесь. Вы что ж, музыкант, я так понимаю? Вроде того. С прической служить будете? С прической. У меня разрешение. Генерал разрешил. Вот этого, говорит, не стригите. Рядовой Щепа. Я. А что вы такой грустный, рядовой Щеп? Не надо грустить. Я постараюсь. Рядовой Конов. Я. Ну и вид у вас, рядовой Конов, как будто только из люка вылезли. Так точно, товарищ сержант. Знаете, самому даже смешно. Это что же так? Костюмчик хотел одеть. С галстучком. И надели бы. У нас тут, к вашему сведению, ничего не пропадает. Личные вещи потом сами зашьете и отправите домой по почте. За счет воинской части, ясно? Конечно. Теперь давайте познакомимся. Фамилия моя Карпенко. Замком взвода сержант Карпенко. Обращаться прошу на вы. Взвод! Ровняйся! Смирно! Направо! Шагом! Марш! Сейчас проследуйте в солдатскую баню. Смойте там, как говорится, гражданские грехи.